Друзья, хочу провести интересный эксперимент. Было очень интересно мне, что произойдет, если выстрелить из вот такой вот самодельной детской пневматики не одним шариком, а сразу несколькими. Вот, каков будет разлет, какова будет кучность и вообще, интересно ли это с точки зрения охоты, может быть. Значит, взводим. Взвели. Берем обычные шарики от CO2 пистолета 4,5 мм и заряжаем. Ну, возьмем 5 штук. Вот 5 штук закидываем. Раз, два, три, четыре и 5. Напомню, там у меня магнитик, который один шарик точно выдерживает идеально. Ну, как он там будет держать 5 штук, не знаю, поэтому наклонять вертикально вниз я не буду. Посмотрим, что как полетит. Вот, значит, у нас контактная коробка без попадания, так как чего-то этого не было ранее. Пробуем. Прицел не настроен, куда попадает, я не знаю, так что буду целиться примерно по стволу. Вот как это. Начальная скорость там невысокая, плюс она погасилась количеством шариков, как бы детская игрушка. Ну, посмотрим, что получилось. И вот что у нас получилось. Целился примерно в середину, и вот примерно у нас в середину и прилетело. Раз, два, три, четыре, пять. Вот как бы в масштабах. Кстати, видим, что один шарик здесь застрял. Это говорит о том, что начальная скорость у него была довольно невысокая. И судя по тому, что он прилетел ниже, вероятно, это был какой-то последний шарик, у которого начальная скорость была ниже. Вот, смотрим насчет пробития. Сквозного здесь пробития нет. Сквозного нет, но один из них вот тут вот у нас застрял. Где он? Вот он. Вон он виден у нас. Ну вот как-то так.